Здравствуйте, в эфире Первого Карагандинского новости, в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Впервые в Караганде презентация паспорта молодежи. Летний читай-город для любителей книг. Закон есть закон. Республиканская акция по исполнению судебных актов. Подрядчики, занимающиеся ремонтом дорог, подарят Караганде парковки. Парковочные места на центральных улицах города они заасфальтируют за счет собственных средств. Такая инициатива приурочена к 80-летию города. Большая часть парковок на центральных улицах города находится в частной собственности ближайших бизнес-объектов. При ремонте дорожного полотна такие парковки дорожные строители обходят стороной. Бизнес-структурам, в свою очередь, вручается уведомление с просьбой привести в порядок парковочные места. Однако большинство предпринимателей их игнорируют. Как итог, дорога новая, а вот парковочные места явно выбиваются из общей картины благоустройства. В этом юбилейном для города году ряд подрядных организаций выступили с предложением об асфальтировании парковок на центральных улицах города за свой счет. На сегодняшний день руководством области и руководством города дано поручение в последующие годы подходить комплексно к среднему ремонту, то есть с учетом коммуникации, замены при необходимости, с учетом освещения тех тротуара, знаков, светофоров. Отметим, что с приходом нового руководства города и области к ремонту дорог будут подходить комплексно. А это значит, что прежде чем обновить асфальт, отремонтируют все подземные коммуникации. Кроме того, дороги оснастят техническим тротуаром, подрежут деревья и заменят бордюры. Лариса Хусейнова, Алжас Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Каков социальный срез молодежи Карагандинской области? Сегодня состоялась презентация паспорта молодежи, разработанной Управлением по вопросам молодежной политики совместно с заинтересованными государственными органами. В нем отражены основные показатели, характеризующие ветви социальной сферы. Это демография, образование, здравоохранение, трудоустройство и занятость, культура и спорт. Так каков же молодой человек нашего региона в цифрах и фактах? Об этом в нашем следующем сюжете. Молодежь – это опора социально-промышленного развития Казахстана. Сегодня она проживает в основном в городах. В нашем регионе это составляет чуть больше 75%. На селе проживает, соответственно, 24,3% молодых людей. В этом году выпустилось 5560 выпускников. Из них только 60% трудоустроены. Остальные 40% чем занимаются? Мы хотим на этот вопрос найти ответы сами, ищем. В этом году Управление по вопросам молодежной политики объявлено годом трудоустройства молодежи. Провели ярмарки рабочих свободных мест. Тем более выезжаем именно на рынки, встречаемся с самозанятой молодежью. Паспорт молодежи необходим для более полного понимания проблем молодых людей. Например, проблема отдельного жилья. В 2013 году были переселены 262 семьи в регионы с высоким потенциалом развития. Из них были выделены служебные квартиры 44 молодым семьям. В том числе 26 человек являются воспитанниками детских домов. В высших учебных заведениях обучается почти 98 тысяч молодых людей. Это 30% от общей численности молодежи в области. Уровень молодежной безработицы по итогам 2013 года составил 4,4%. Это ниже на 1,5%, чем в 2011 году. В прошлом году в рамках проекта «С дипломом в село» было трудоустроено 135 выпускников. Подъемные пособия получили 220 молодых специалистов. Организована работа по выделению гранта Акима области на открытие нового дела и развитие действующего бизнеса в сельских районах. В прошлом году такие гранты получили 16 человек. Мы сейчас в Каргарлинске проведем совет по делам молодежи при участии Акима области. Все проблемы там будем решать и будут даны соответственные поручения, соответствующие решения будут приниматься. Паспорт молодежи Карагандинской области будет обновляться ежеквартально и позволит своевременно реагировать на возникающие проблемные вопросы молодежи. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. За 6 месяцев текущего года отделом административной полиции Казбек-Бийского района было выявлено около 4000 правонарушений. По ним наложен штраф в сумме 14 миллионов тенге. Несмотря на такие серьезные цифры, нарушителей закона не становится меньше. Департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области совместно с прокуратурой, Центральным отделом полиции и налоговым управлением провели рейд по взысканию административных штрафов. Первым объектом стал кафе «Ваниль». Владелец увеселительного заведения не платил налоги, сумма которых на сегодняшний день составила 400 тысяч тенге. Во время съемок хозяина кафе на месте не оказалось. По словам администратора, он находится за границей, хотя должнику выдали временную подписку о невыезде.
Сегодня мы присутствуем в кафе «Ваниль», которое здесь работает руководитель КАН Станислав Брониславович, которым по сегодняшний день решение суда оно было не исполнено. Имеется у нас на руках несколько постановлений суда, специализированного межрайонного административного суда, взыскание административного штрафа, а также изъятие конфискованного имущества, которое незаконно было продано. Несмотря на отсутствие владельца, судебными исполнителями был наложен арест на имущество. В течение 10 дней должник должен оплатить всю задолженность. Активную борьбу с злостными должниками ведут и работники налогового управления. Несвоевременная уплата налогов может привести к серьезным неприятностям, говорят специалисты. В случае неуплаты налогов по истечении срока налоговым законодательством предусмотрены санкции в виде начисления пени, а также налогоплательщику направляется уведомление о исчисленных суммах налогов. Вопросы взыскания административных штрафов, наложенных на правонарушителей, всегда остаются актуальными. В ходе рейда сотрудники сталкиваются с разными ситуациями, в частности, грубое обращение, а некоторые граждане и вовсе выражаются нецензурными словами. А ведь все выполняется в рамках закона. По данным налогового управления, за 6 месяцев текущего года бюджет в целой области поступило около 666 миллионов тенге, что на 76 миллионов больше, чем за 2013 год. То есть рост составил 25%. Я считаю, это неплохой результат работы. Во избежание конфликтных ситуаций важно в первую очередь вовремя оплачивать налоги и не нарушать закон. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. 16 июля департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области в результате тщательно спланированных специально-оперативных мероприятий раскрыта группа мошенников. Двоих задержали с поличным. Они хотели обналичить денежные средства в сумме 146 миллионов тенге со счетов банка второго уровня и со счетов предприятий. На сегодня 6 участников преступной группировки, которые осуществляли свою деятельность по обналичиванию денежных средств и выписыванию счетов от имени зарегистрированных ими же предприятий на подставных лиц, выявлены. Более того, с 2012 по 2014 года данные ТО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на общую сумму более 30 миллиардов тенге. Услуги по выписке фиктивных счет-фактур и обналичивание денежных средств ими осуществлялось за вознаграждение в размере 4% от обналиченной суммы, либо от выписанных счет-фактур. Согласно заключению налоговых органов, от деятельности только 5 уже предприятий, созданной указанной преступной группы, государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму свыше 9,5 миллиардов тенге. 16 июля 2014 года возбуждено 3 уголовных дела по статье 192 части 2 УК РК. 18 июля санкции суда 3 участника группы арестованы.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников данной преступной группы. Алена Слунько, Нурсултан Исаев, Бахтияр Испанов, Первый Карагандинский. В Карагандинской области осудили 4 жителей Жезказгана, призывавших к джихаду. Им дали от 6 до 12 лет лишения свободы. Члены группировки были связаны с Аль-Каидой. Банда пропагандировала среди жителей Жезказгана идеи радикального ислама и призывала местных жителей отправиться в Сирию, чтобы совершить джихад. Подробности громкого уголовного дела пока не разглашаются. И еще одна информация. 30-летний жулик из Абая был задержан старшим лейтенантом ювенальной полиции Лязат Альмусиновой. Все произошло возле торгового центра. Лязат заметила странноватого мужчину в форме полицейского. Форма была старого образца. Мало того, лжеполицейский был пьян. Лязат не растерялась и проверила документы у странного полицейского. Он оказался пенсионером московского ГУВД. Девушка-полицейский задержала жулика. Как потом он объяснил, ему с приятелем захотелось выпить. Недолго думая, он заменил фотографию в поддельном пенсионном удостоверении и с жезлом вышел на улицу добывать средства на выпивку. В отношении задержанного 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Подделка документов». Сам он водворен в изолятор временного содержания. В данный момент проводится расследование. Продолжаем выпуск. С начала лета в Жанаркинском районе произошло 6 степных пожаров, сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Чтобы обезопасить свои посевы, главам крестьянских хозяйств советуют обзавестись установками искрогасителей. Жара, установившаяся на большей территории области, особенно в южных районах, повышает риск возникновения степных и лесных пожаров. Частники и сотрудники управления по охране леса и животного мира побывали в 12 крестьянских хозяйствах региона. С начала лета в Жанаркинском районе произошло уже 6 степных пожаров. Главам крестьянских хозяйств посоветовали обзавестись установками искрогасителей и по возможности техникой для потушения пожаров. Ведь когда возгорание возникает в отдаленных районах, пожарным требуется несколько часов, чтобы добраться до места. Вакцины и эффективность вакцинации. Так обозначили тему семинара специалисты Департамента по защите прав потребителей совместно с Управлением здравоохранения Карагандинской области. Профилактика вакциноуправляемых и энтеровирусных инфекций стала необходимостью на фоне заболеваемости корью, серозным менингитом. В докладах рассказывалось о ходе проведения серологических исследований на напряженность иммунитета против кори, краснухи, дифтерии, столбняка. Мы рассматриваем те замечания или те нарушения, которые выявлялись при проведении противоэпидемических мероприятий, при регистрации случаев кори в области в начале года. Не секрет, что в республике у нас отмечалась регистрация кори. Проводится сейчас серологический мониторинг на напряженность иммунитета среди именно привитых лиц. На семинаре также рассматривались проблемы качества вакцин, соблюдения температурных режимов при транспортировке и многих других аспектов безопасности иммунопрофилактики. Давались конкретные советы по выявлению первичных признаков заболевания и возможного лечения в медицинских учреждениях. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается ежегодная акция «Летний читай город». Каждый вторник и четверг с 12 до 17 часов в сквере у Вечного огня работает библиотека на улице. В эти дни на аллее многолюдно и интересно. Читатели приносят свои книги, обмениваются впечатлениями. Также часто проводят викторины и познавательно-развлекательные игры. Целью проекта «Летний читай город» является стимулирование общественного интереса к чтению и книге, приобщение к чтению молодежи, взрослого населения и организация летнего досуга детей. Книги читателям раздаются безвозмездно. Люди могут их вернуть, могут обменять. Некоторые дарят библиотеке свои книги. У нас есть постоянные читатели, которые приходят уже обмениваться книгами. Также есть новые читатели. Все, кто проходит, никогда проходят мимо. Они все стараются хотя бы полистать эти книги, посмотреть, что за книги. Есть люди, которые целенаправленно приходят за определенными книгами. Книги для летнего читай города предоставляет библиотека имени Гоголя, различные книжные магазины и сами читатели. Каждый любитель почитать может найти то, что ему по душе. Литература разного жанра, классика, романы, детективы, научно-популярные журналы и детская литература. В основном люди предпочитают классику, так как основная масса читателей – это взрослое население.
К сожалению, в наше время молодежь больше предпочитает компьютерные игры, а если книги, то электронные. Я хотела бы, чтобы молодые принимали участие в этой акции, потому что здесь в основном встречаются люди вот такого нашего возраста. Мы смотрим, выбираем, разговариваем, обмениваемся мнениями. Но это очень хорошо для вообще для развития, для уровня. Когда-то мы очень много читали, сейчас поменьше. Все в компьютерах. Это, ну, книги самые разнообразные, акции просто замечательные. Прочитанные многими поколениями произведения известных писателей не теряют своей актуальности и сегодня. Любой прохожий может стать читателем летнего читального зала. Акция продлится до 1 сентября. Лариса Хусаинова, Олжас Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Амансо Болуздар.